Здравствуйте, мои дорогие зрители, меня зовут Ирина, и вы на моем канале. Сегодня цыпляткам 10 дней, и они переехали в курятник. У меня в курятнике есть такой своеобразный, можно сказать, второй этаж. Вот так вот он сделан. Вот, и цыплятки переехали сюда. Здесь лампа, здесь им будет тепло, светло, чистая водичка, корм. Вот, поэтому здесь им будет комфортно. Цыплятки заметно подросли, очень хорошо. Я считаю, что все идет замечательно. Скоро начну давать им уже витамины в воду. Напомню, что это новая порода, крупная порода, которая, да, должна вырасти, там, петухи по 7 килограмм. В общем, такие прям, знаете, будут как индейки. И я уже рассказывала, что мужчина скорее привез эту породу и распространил ее по России, на севере, на юге, вот, и чтобы узнать, насколько эта порода будет устойчива к заморозкам, да, и также к жаркому климату, вот, и как раз-таки на севере вырос петух, который весил 12 килограмм, представляете, просто как индюшка. Мне тоже очень интересно, насколько крупные вырастут. Батарейка садится. Насколько вырастут крупные эти курочки и петушки. Вот, поэтому я их прям усиленно кормлю. Вот, хороший корм купила, старт Пурина. Также еще добавляю туда цыпу-цыпу. И витаминки будут еще сейчас в воду. Буду добавлять D3. Потому что, естественно, они не получают, не видят солнечного света. Поэтому D3 необходим, чтобы они хорошо росли. Также вскоре буду добавлять и рыбий жир в том числе. Но это чуть позже. Сейчас я вам просто показываю, что цыплятки переехали в свой новый домик. В брудере им было уже тесно. Вот, 10 дней, а им там уже негде было даже, знаете, лечь. Поэтому, естественно, я их пересадила. Обычно цыпляток я пересаживаю немножечко позже в курятник, но тут уже выбора не было. Но здесь им будет хорошо. Вот. Дальнейшие новости буду вам все о них рассказывать.